Доброе утро всем из Одессы. Сегодня 6 апреля 2024 года. Сегодняшняя ночь в Одессе была неспокойной. У нас была одна воздушная тревога. Объявили ее в 3.52. Первоначальная причина, о которой сообщали, это угроза баллистики с юга. Но через 5 минут поступила информация о том, что были пуски ракет Х-101, Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с района Энгельса. Вот. И уже причина была именно из-за пусков данных ракет. Значит, также были пуски ракет с моря. Вот ракета летела сперва в направлении Николаева, потом поменяла курс и якобы ударила нас по Запорожью. Вот ракета «Калибр». Значит, и вот эти ракеты Х-101, вроде бы по предварительной информации, которую я знаю на данный момент, полетели все на Киев. Вот, более подробнее буду сообщать уже в своих следующих видео. В Одессе все было спокойно. То есть тревога была, вот, отбой дали уже в 6.17, но взрывов никаких не звучало ни в городе, ни в области. То есть Одессу ракетами не атаковали. Шахеды летали, тоже было достаточно много их, но в наш регион не залетали. Вот такая вот обстановка, такая у нас прошла ночь. Я на связи. Всем желаю мирного неба, хорошего дня, хороших выходных. Подписывайтесь на канал. До встречи. Пока.